Música Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в передачу «Друзья СНЛ». Сегодня мы проведем с вами замечательное время, и наша передача вещается из студии «Славик Фэмили Портланд США». Я благодарю друзей, которые предоставили нам сегодня эту студию и камеры. Слава Господу, что мы можем вещать отсюда нашу передачу. Дорогие друзья, сегодня я хочу поднять очень важную, актуальную тему, тему, касающуюся взаимоотношений. И взаимоотношения у нас бывают различные. И один из видов взаимоотношений – это семейные взаимоотношения не только между супругами, но также между родственниками когда молодая пара женятся когда создается новая семья рождается новая семья эта семья, она как бы разрастается, потому что у этой семьи, у молодого человека и у молодой девушки, у них есть родители. И как же строить отношения, как же родителям помочь созидать эти отношения, не угасить их, не разломать, а помочь созидать молодой семье их новые взаимоотношения. И для, это, для обсуждения этой темы я пригласила сегодня моих дорогих мам. У меня есть родная мама, которая родила меня, воспитала, вскормила вложила в меня очень много хорошего она воспитывала учила меня жизни это моя мама мама тоня и также в гостях находится вторая моя мама которая стала моей мамой спустя определенное количество лет когда я встретила ее сына и мы обручились стали мужем и женой это мама вера и сегодня с одной стороны свекровь с другой стороны мама они сегодня присутствуют в студии, и я даю вам слово. Поприветствуйте наших телезрителей. Дорогие телезрители, я вас приветствую. Любовью Господа. Сегодня вам мне большая честь, потому что я сегодня несу имя мама. Это мне было так приятно слышать. Итак, две мамы, которые дают одно фундаментальное имя, которое несет себе все. Мама. Мама Вера, она пастор, и вот моя мама, мама Тоня. Прекрасная женщина. Дорогие телезрители, впервые в своей жизни я выступаю перед телевидением. И я очень счастлива, что эту возможность Господь предоставил э, говорить с вами, и вот с свекровью, э, с мамой Ларисы, и, и со всеми вами. Вот. И я хочу тоже поделиться беседе, которую будем вести спонтанно. Не то, что мы готовились, вот, и а вообще впервые предстала перед экраном. Замечательно, спасибо. Спасибо, дорогие мои, я думаю, что э, эта тема она актуальна, потому что из своей пасторской практики я очень много сталкивалась с этими вопросами, когда молодые девушки э, приходили и просили совета, просили направления, как нам быть в той или иной ситуации молодая семья родилась, родились супруги, но новая семья родилась, и вот а что же их ожидает впереди? У них все новое, у них, они полны любовью, они полны радости, но есть родители, родители мама и папа, и как же родители могут помочь семье, как же родители будут влиять на эти молодые, молодую семью, чтобы их отношения строились правильно. Вот как вы думаете, с чего вообще нужно начинать помогать молодым людям? Ларис, я думаю, что всегда начинать нужно со слова. В начале было слово. И именно в бытие, в самом начале. Антонина, пожалуйста, откройте Библию. Я свои очки забыла, простите, пожалуйста. И прочитайте из бытия, что Господь уже говорит об этом начале. В начале слова. И слово нам дает абсолютно фундаментальной истины. Прочитай, пожалуйста, а, Потому Антонина. что слово Божье говорит. Это бытие, вторая глава, 24 стих потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Это основание вообще брака, это основание взаимоотношений. И тут сказано о том, что ле... отлепиться. Вначале идет глагол, глагол действия, что молодые люди должны отлепиться. Но родители, наверное, что-то тоже должны для этого сделать. Ведь это же больно, наверное, взять, оторваться от чего-то. Я знаю, что это отдать больно куда? для родителей, отдать куда -то. потому что нужно отдать своих детей. Потому что когда... мы отрываем от себя и отдаем. Кому-то, конечно, это очень, ну, как бы, с одной стороны, радостно, а с другой стороны, и трудно. Абсолютно, да. абсолютно. Я эти вещи очень пережила. Тем более, что мой... Наш сын Максим для меня первенец. И все, что ну, первое я ему отдала и посвятила. И первое всегда очень трудно. Это своего рода жертва. Отдать первый плод, отдать первую любовь, отдать Господу первое. Это жертва. Ну, представьте, я готовила себя к этому. Но Бог давал мудрости. Мне уже где-то просматривать, где Максим общается, с кем общается. И я смотрела ту среду, в которой он бывает я видела вашу семью, Антонина. Ты эти вещи я не знала, но я уже присматривала. Я очень подходила к этому вопросу, ну, меркантильно, что ли. Я знала, что в этой благочестивой вашей семье будет прекрасная, приготовленная дочь которую вы отдадите. Я, конечно, старалась для Максима, чтобы он был достойный той, которая благочестивой семье. В нашей семье была разная платформа. Я была верующая, а отец Максима еще был. Алексей, мой муж, еще в то время был неверующий. А у вас была уже хорошая очень атмосфера. Мама, вот скажи, а ты когда отдавала меня, ты как-то учитывала вот семейство Максимовых? Как-то смотрела на... Конечно, Их отношения. Да. Нам очень Максим нравился. А и я мужа моему. А мой муж и мне, и ваша семья, потому что я вас тоже очень как бы приглядывалась на вас. Ну, а что у нас взаимоотношения появятся, такие близкие, конечно, я не предвидела, но желала внутри. Что интересно, что мы когда, я помню, когда мы с Максимом еще дружили и были в молодежной такой компании, то мы часто встречались, и получалось, что часто были в гостях друг у друга. То вот, это ты очень была важно, у да. нас в гостях, то мы были у, у нее в гостях. И... и в этих гостях, вы знаете, мы просто имели общие цели, общее стремление. И везде в наших отношениях был Господь вперед. Конечно же, я смотрела тебя рвущую, интересующуюся и стремящуюся к познанию Господа и служению Ему. Uh -huh. Я это видела. И когда мы общались, родители, дочь, мы, у нас были совместные молитвы, совместное общение, совместные интересные. Я даже одно время тебя ну, как-то с собой в миссионерские путешествия взяла. И мне было очень приятно. Я еще тогда не знала, что ты будешь избранница моего сына. Но я где-то там, далеко, я лелеяла эту мечту. И она стала реальностью. А Лариса. Ты меня даже не знаешь. Когда однажды мы были у друзей и Максим значит такую мысль говорит вот я бы желал чтобы у меня была супруга которая если я поеду в миссионерскую поездку или буду миссионером то была, чтобы у меня жена достойная. Кто бы такой нашелся? А я Ларису шепчу. Лариса, скажи, это я. Антонина. Антонина. Я этих вещей не знаю. Это было у Браунов в квартире. Вот так. Ух ты, на, я даже на, этого на не знаю. слова. Подведем черту. Мы уже имели отношениями с семьями. Ну, я думаю, что здесь можно такой сформировать совет хороший. Угу. Смотрите, за кого отдаете своих детей. Смотрите. Да. Раньше вот вообще это было принято в дворянских семьях, в каких-то царских да. семьях, что они смотрели, за кого они отдают своих детей. И это было очень важно, чтобы было соответствие между молодыми людьми. И родители, конечно, помогут помочь своим детям, направить их в этом вопросе. Итак, ну, семья родилась. Это самое а... главное. Почему? Потому что так Слово Божье говорит, чтобы брали только из своего народа. Угу, а очень это кажется. народ свой, это Божий народ. Своя семья. Так важно. Поэтому, да, как вот Авраам послал Елиазера, взять из своего рода, в смысле не из мира, да. а та семья, а у нас семья Божья, вот, чтобы с Божьей семьи взять Божьего человека. Абсолютно вот истина. Аминь. Я согласен. От наших молитв, угу. от наших наставлений, чтобы не было увлечения на мир, на сторону. Угу. И это получилось. По милости и благодати Божией. Чтобы вот эти принципы библейские, они уже были вложены в этих да. молодых людей, и они будут работать. Мы тогда влагали струк... в них, а они были уже вложены в нас. Потому что для крепкой семьи нужно, чтобы было, было отношение и цель общая, чтобы они могли идти вместе этот жизненный путь. Вот у меня к вам вопрос такой. Нужно ли вмешиваться в отношения? Если вмешиваться, то как вмешиваться? Советовать нужно или не нужно им что-то для созидания? Вот молодая семья, они, они новенькие, они друг друга вот, ну, видели там год или может быть чуть больше или чуть меньше. Они совсем не знают друг друга. Вот они сталкиваются с трудностями, характеры, взаимоотношения. Проблемы возникают, финансовые вопросы возникают. Как вот родителям правильно реагировать, чтобы преследуя какую цель? Знаете, я столкнулась с такой проблемой, что некоторые родители, вмешиваясь в молодую семью, говорят своей жене, ой, своей, своей дочери, извиняюсь, говорят, да что ты брось его, зачем он тебе такой нужен, который деньги не может зарабатывать, или наоборот говорят мужу, молодому мужу говорят, прекрати вот хватит тебе с ней жить, она, посмотри, она ничего не умеет делать, она не умеет за тобой ухаживать, она там не умеет за домом следить, зачем тебе нужна такая жена? Ну, разные бывают ситуации. Но мы с вами положили основание, что Господь сказал, что отлепится и прилепится, то есть двое станут одной плотью, это Божий закон, это Божий принцип, чтобы молодые люди были вместе от начала и до конца своей жизни. И знаете, что у меня сейчас такая пришла мысль? Когда Израиль отломился, а народ языческий привился на маслину, это получается семья как, как приращивается. Вот этот союз закрепляется, вот это сращение получается, вот как дикая маслино. Из двух одно. Да, из двух получается одно. И тогда уже получается достойный плод. Кислое уходит. У нас даже была вот может быть, это, я не знаю, но я вот, мне это пришло такое на память. Была дикая яблоня, и на нее, когда мы отрезали, и привили на нее добрую яблоню, она же приросла, и она дала такой плод сочный и вкусный, а вначале он был кислый. Но это превращение получалось с более... Из двух. Да, и из одно. двух стало одно. Uh -huh, так да. вот и даже у и супругов, мы привились и к народу израильскому также. У, у, у молодых супругов у них происходит вот это вот приращивание друг к другу и бывают какие-то трудности. Как вот родители могут вот содействовать? — Есть как реагировать? Есть еще другая крайность. Отлепиться, значит, ну, деточки, идите, грейтесь и питайтесь. Вы mm -hmm. уже отлепились, по Слову Божьему, и все, мы никакого к вам отношения. Есть две крайности. Одни не могли от себя отрезать эту пуповину, а другие просто ее отрезали и руки омыли. И уже там все сами делайте. Нет, а когда привилась, ее надо было обмотать, поливать. Вот, вот здесь, вот Это процесс. Наши молитвы, это мы берем Слово Божие, которое. Mm в нас живет и которым мы пользуемся, которая животворит нас, mm -hmm. и эту жизнь мы несем уже в их семью. Принося есть, пред Богом Отцом во имя Иисуса Христа. Молитва – это хорошо. Молитва да. – это и основа. А это уже основа. когда это приращивается, ну, естественно, там А как практически, допустим, Антонина? Смотрю, допустим. Практически. У нас очень хорошо это отлепилось <laughs> и тут прилепилось. Мы уехали из Казахстана в Америку, и мы просто на расстоянии уже точно отлепли. Хотели, не хотели, а это произошло. <laughs> вот. Но, тем не менее, мы не отрезали их от своего сердца от они сердца были дороги ей. для нас мы да. благословили этот брак мы ä, правильный взгляд на семью в слове писания и мы содействовали к созиданию этой семьи если нужен был момент какой-то материального вы нам оказали первую материальную помощь, вы нам оставили наследство, оставили квартиры, и это было для нас большим благословением. Это уже огромная это опора. Потому что да. может быть так, мы вас не оставили. Не у всех так, что оставили и уехали да, и это, все. Это вот. это просто... Но все равно этот принцип помощи, подачи в свое время и в свое правильное место. Потому что иногда мы нос свой суем, извините, телезрители, за такое слово, но оно такое в обиходе не туда, куда нужно, не в то место и не в то время иногда а, можно сыну своему сказать такие вещи, а, которые не будут созиданию, а просто наоборот противостояние. А вот. то есть надо полюсить мудростью Господа, чтобы подачу эту, этой помощи к созиданию не искать своего. В этой семье не так воспитывали, а вот у нас же было лучше. Да. Ну, мы Это вот, неправильный мы подход. Мы вот еще Это наставляли, наставляли как, допустим. Ну, если у тебя не получается сразу претерпи, помолись, войди в тайную комнату, обратись к Господу. Угу. И когда ты принимаешь эту истину, ты сразу останавливаешь свое сердце, у тебя новое мышление появляется. Вот, и ты говоришь Господу, Господь, вот у меня вот здесь так не получается, хотя мы, допустим, с супругом, ну, ну, у нас было так, мы наставляли, чтобы они беседовали друг с другом, чтобы уже был договор, потому что сразу очень трудно вот это привитие получается, а когда вот То есть, без... чтобы между супругами был диалог, да. чтобы они разговаривали друг с другом, чтобы обязательно не домысливали что-то, обязательно а высказывали только это... только беседа должна, быть. если ты беседу. не побеседуешь, не поговоришь, это, это и... было наставление, знаешь, мам, я помню одно, одно очень хорошее наставление и его максим очень часто упоминал в своих даже проповедях. Твой совет, который ты дала нашей семье, uh -huh. он очень сильно помог нам, чтобы не выносить ссоры из избы, как говорится. То есть ни, никогда не делиться трудностями своих переживаний, взаимоотношений Абсолютно. с кем-то, со своими подружками, даже со своими родителями, что жаловаться на мужа или жаловаться на жену, что она так сделала, он так сделал. Ссора возникла, конфликт молодые уже помирились а у людей которые услышали это от них они развивались да. и они уже по другому могут потом Это смотреть. ты даешь пищу для дьявола потому что открываешь ему двери и он начинает через людей и они могут к тебе подойти к нему сказать а правда посмотри вот. а это, это только надо решить вместе помолиться пережить, перенести, и все будет формироваться в другом русле. Замечательно. Отлично. Лариса, я хочу просто сказать, что я получила в жизни такой урок от своих родителей. У нас была большая семья. И когда к нам зятья приходили снохи в нашу семью, это были новые люди в нашей семье. У нас была большая семья, и стало приходить много других да, да, из да. других семей. Я смотрела в то время и удивлялась, почему мама моя... Она относится, и папа относится вот к вновь прибывшим членам семьи еще с большим, лучшим отношением, чем к нам. Внимание. И я говорила: мама, uh -huh. ты что, меня уже не любишь? Ты уже любишь а, Лиду, сестру моего брата, а, жену моего брата она говорит нет доченька ты должна понять я помню это пойми что она пришла к нам и мы должны ей просто помочь чтобы ей было у нас хорошо чтобы она в нашей семье оставалась нашей всегда чтобы она не почувствовала да, не почувствовалапри чуж... чуждой да. непринятой вы знаете это очень большое влияние когда мы родители наставляем даже других членов наших родственных отношений угу. что в нашу семью влилась еще одна часть нашей семьи. Вот вы знаете, я сейчас слушаю вас, и я для себя тоже мотаю на ус, вот эту информацию, потому что у меня да. не за горами то время, когда мне уже нужно от своих детей отлепляться. И вроде они не только были маленькими, но вот уже скоро-скоро они выросли. Они уже выросли, и уже скоро они будут выбирать себе спутниц жизни. И для меня это большой вопрос. Я тоже хочу быть готовой к этому, и я об этом молюсь да, и готовлю свой свой день. Способность сердце. была по Слову Божьему. Но скажите, вот все равно возникало же искушение, чтобы все-таки увидев что-то, что было не по-вашему но все-таки как-то повлиять и сказать или укорить или обратить на это внимание сказать нет это не так вот так надо делать было вот было такое да, и, и, и было. искренне лариса это mm -hmm. было даже yeah. максим сегодня говорит а помнишь ты в машине там ну как бы я такая воспитательница такая очень строгая такая знаете вот очень требовательная. вот и однажды в машине мы ехали к тебе как раз когда вы были у нас в гостях мы ехали с максимом mm -hmm. и я как бы, что в отношении воспитания детей надо как бы вот это. Я посмотрела моего сынка. Это же лев был. А я, я, я своему внуку говорю, ты знаешь, я не хочу, чтобы ты обижал моего сына. У меня тут что-то заговорило. Мой сын. Ага. И этот мой сын говорит мне в присутствии ребенка. А это мой ребенок. Ага. Тоже. Вы знаете, и я его папа. И здесь у меня стап сработало. То есть наши эмоции, наши вот эти вот эгоизм наш, он может где-то. Но слава Господу, что есть Господь, который дает терпение и мудрость. Здесь главная мудрость. И это я, мудрость. я думаю, что вот мое мнение такое, что очень важно расположить свое сердце, а, сразу настроить на волну дружелюбия и принятия человека Абсолютно. таким, как есть. Угу. А еще вот есть один очень важный момент, а, что когда мы начинаем советовать своим детям, то, наверное, очень хороший совет ⁇ это не лечи своего партнера, а лечи вначале самого Аминь. себя. Аминь. То да. есть работай Всё над собой. Некоторые родители, вот из, опять повторяюсь, из моей пасторской практики, они говорят другое. Они говорят, ой, вот он такой нехороший, не или она такая нехорошая, вот это-вот это надо сделать, вот это-вот это скажи. Угу. И, но я, например, всегда от вас, вот, от мамы своей лично, да, я всегда слышала. Доченька, вот как ты сказала вначале, что зайди в тайную комнату, помолись. Может быть ты что-то не так делаешь. Может быть тебе нужно пересмотреть свое отношение. Служи мужу, поддерживай его, уважай его. Вот эти слова ободрения, они всегда вот меня, мне помогали, чтобы... Потому что у меня родители тоже были верующие. Uh -huh. вот, и они поступали только так. Никогда я не слышала от них ни плохого слова ни в отношении к нам, когда вот тоже мы поженились с мужем. Очень было хорошее отношение. И мама, и папа говорили: мы только, только молимся. Да. Замечательно. И у нас скоро передача подойдет к концу. Я хочу вас спросить: а как между собой вы строили отношения? Потому что оказалось так, мы остались в Казахстане, а вы уехали в Америку, и вы и вы и вы жили в одном городе недалеко друг от друга. Как вы строили свои взаимоотношения? Ведь тоже разные семьи, разные люди. Поделитесь своим опытом с нашими телезрителями. Антонина, ты будешь говорить. Хорошо. Ну, давай. А я тебя поддержу а мы, всегда. Мы, мы прилетели в Америку. Мы должны были прилететь в Америку. И нам а, сообщают, что вы едете вообще в другой штат. Мы звоним нашей Веры Свати. Вера нас направляет в другой штат. Она говорит, вы что? Никаких. Только твердо держаться. И, значит, когда мы подошли там, к лицам, которые оформляли всю эту документацию, мы говорим, нет. Мы едем только в Портленд. У нас там спонсера Новый год, никаких спонсоров. Они нас помещают в гостиницу. И Вера находит новых спонсоров, которые такие хорошие, такие благословенные, что 15 лет я проработала у них на работе даже. Замечательно, у да. нас мало времени. Вот да. конкретно, какие вы еще шаги предпринимали для того, чтобы... А, а между собой... Между собой... Вот, между собой у нас очень хорошие отношения были. На, да. э, на мое вот, отношение всегда было очень доброжелательное и хорошее. И то есть это настрой внутренний, настрой, настрой только, сердца, да, подчинение. Я думаю, тоже слову Божьему. Писание говорит, что По почитайте Божьего, друг друга выше себя. Выше себя. Только абсолютно. этот принцип может Аминь. помочь, наверное. Принцип этот угу. и в то же время принятие не только тебя в свою семью, но и все, что у тебя, твоих родителей. Да. То есть родственные отношения, да. близкие отношения, это очень важно. То есть я с тобой приняла и да. их. И, Лариса, и очень счастлива. С семьей. Вы вместе приняли. с семьей твоей. То есть да. в отношениях. Угу. Потому что это наши дети. И теперь наши внуки, это наши дети. наши дети. Они и кичановые, и максимовые. Вот. То есть наше. Оно стало наше. И вообще мы Божья семья. А и нет. когда, я просто скажу, что, когда принципы Божьи ложатся в основании института семьи, это самый правильный путь, и Господь всегда будет благословлять нас. Так что, дорогие телезрители, это очень важный момент. Я думаю, что когда а, мы вступаем в эти новые взаимоотношения, важно в Священном Писании увидеть ответы и направления для того, чтобы эти взаимоотношения были правильными, были основаны на Библии. Дорогие друзья, мы без Слова Божьего никуда не можем идти. Нет. Мы живем по заветам Библии, и это единственный источник, который питает нас и учит нас, как поступать правильно. Если мы не будем следовать Слову Божьему, мы сделаем множество-множество ошибок, да. множество разочарований придет в нашу жизнь. Но когда мы подчиняем себя слову, то тогда, то тогда а, мы увидим, увидим потрясающий результат в созидании новой семьи. Я хочу одно место писания прочитать, и это написано к филиппийцам во второй главе. Во второй главе ничего не... Третий стих. «Ничего не делайте по любопрению yes. или по тщеславию, но по мудрю почитайте один другого выше, себя». Аминь. И дальше. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Если ага. этот принцип будет вести нас, то я думаю, что я знаю что придет благословение. Потому что когда мы смиряем себя, ведь, наверное, приходилось неоднократно смирять себя, отвергать Аминь. себя, свои желания, свои эмоции, чтобы созидать что-то другое, чье-то другое. Не искать другого. своего, а то, что Божье. И в семейных отношениях искать Божье ⁇ это значит счастливый брак, счастливая семья, счастливое наследие. Слава Господу И за у его. у нас в все делать так, как для Господа. Да. Потом, вот, так, это, потому что написано в священном писании. Все, что священное. вы делаете, делайте от души, как для Господа. Я благодарю вас, uh, мои дорогие мамочки, благодарю вас за участие в этой передаче. Я думаю, что телезрители вы обязательно нам напишите ваши отзывы, ваши вопросы, и, возможно, мы эту тему будем поднимать еще и дальше, uh, потому что семьи разные бывают. Но я верю в Божью любовь. Любовь побеждает все. Мы учимся любить друг друга, мы учимся прощать. И сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо вам. Давайте попрощаемся с нашими телезрителями. Дорогие телезрители, да благословит вас Господь. Да. Храните. Мы сегодня в славе к фэмилии и говорим о Фемели, о Божьей семье, о земной семье. Это классно. И мое пожелание, получив благословение от Господа, надо его нам самим хранить, смиряться во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо, Аминь. что вы были с нами. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания.